Итак, пару дней назад по эфиру на частоте, на нашей частоте Сибикома 145-975 я разговаривал с корреспондентом, по-моему, он был, мне показалось, из Чехова, вот, я был на даче, по поводу выходной мощности трансиверов. Значит, о чем был разговор? Разговор был о том, что, значит, у него подключен ваттметр, все это хозяйство подключено, естественно, к антенне, вот, и он проверяет выходную мощность. И у него, как бы, трансивер не додает, как ему кажется, выходную мощность. Значит, сейчас я вам покажу, что на выходную мощность трансивера нужно проверять на нагрузку. Но никак не, видите, нагрузочка, но никак не на антенну. Потому что если вы проверяете выходную мощность трансивера на антенну, у вас может показать, если у вас трансивер выдает 50 Вт, допустим, у вас может показать что угодно. То есть и 20 Вт на выходе, и 100 Вт на выходе. То есть любое числовое значение, кроме правильного. Все замеры должны быть на нагрузку. Значит, вот сейчас я вам просто демонстративно показываю, что происходит. Так, где моя тангента? Значит, смотрите. 145-500, мощность high, то есть максимальная мощность стоит. Здесь станция раскручена у меня до 55 Вт, по-моему. Сейчас мы точно посмотрим, давайте. Нажимаем на передачу. 54 Вт на нагрузку. Мощность low, давайте глянем. Low. Так, на передачу. 5 Вт, почти 6. Так, здесь у меня Вт 25 должно стоять. Средняя мощность. Почему так поставил? Потому что изначально стояло, по-моему, 35 Вт. Ну, сами понимаете, между 35 Вт и полтинником разницы никакой нет. Поэтому 25 у меня здесь стоит. Ну, сейчас давайте проверим. Все четко. И теперь, внимание, фокус. Мы отключаем нагрузку. И вместо нее вкручиваем антенну, которая у нас стоит на крыше дома. Клиняр Комет GP6. Вот, антенна настроена правильно. Кабель настроен тоже правильно, для тех, кто знает. Вот. То есть все хорошо. И смотрим данные, которые будет у нас отображать прибор по выходной мощности. Кстати, а что у нас здесь с КСВ? Интересно. Так, максимальную мощность включим. Во, как у нас, да? Угу. Внизу, справа. Так, ладно. Ну, это мы сейчас не смотрим. Мы смотрим выходную мощность. Так, камеру на паузу. Перекручиваю разъем. Усё. Так, ну, сразу эфир у нас ожил. Я прошу прощения корреспондентов. Буквально займем секундочку. Надо было сразу нам частоту махнуть. Так, что у нас режим? Режим high. Давайте нажмем с режима low. Буквально быстро. Сейчас мы, кстати, станция в инженерном меню находится для регулировки мощности. Так, немножко кабель тянет, но ничего, я думаю, что будет видно. Жмем на передачу. Чуть повыше. Так, жмем среднюю мощность. Там у нас было 25 Вт с кусочками. 27 Вт показывает, смотрите, видите, уже. Так, и максимальная мощность 58 Вт. То есть, понимаете, да, есть разница. Это при том, что у меня антенна идеально настроена по антенному анализатору, не просто фидер с антенной вместе, антенна отдельно настраивалась, потом фидер, и потом все в купе путем подрезания кабеля. То есть уже разница у нас в несколько ватт получается. Вот. А если это все не настроено будет, то есть антенное хозяйство, или там, ну, по каким-то причинам не очень хорошо настроено, то у нас может здесь разница до десятков ватт доходить. Вот. Так что имейте в виду, значит, все измерения выходной мощности надо производить, естественно,
с нагрузкой 50 Ом. То есть не с подключенной антенной, а именно вот с нагрузкой. У меня есть еще одна нагрузка, вот она, самодельная. Ну, это фирмышная, вот, я ей больше доверяю. Вот так вот. Все, спасибо.